Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Brumplay, и мы продолжаем проходить Evil. Мы, короче, попали в Арктику, прошли эту арктическую какую-то базу и продолжаем дальше походу с ней уходить. Или что-то вроде продолжаем. Так, мои пацаны там прыгают. Так, ну я так понимаю, нам дальше сюда и надо, наверное. Хайдсайд. Нифига тут базы, тут еще больше, зараза, блин. Надо было ему, конечно, гранату забросить. Ты всю броню поломал бы. Потом, наверное, отсюда выйдем, наверное, по доске уйдем. Давайте, ребята. Зачищайте все. Ничего такого не было. Тут нельзя ничего. Ух, нам бы это броньки бы, конечно, не помешало бы. И тут только пиво стоит. Исследуйте технологии. Че за страна? Да ты пипец. Да вы еще не могли убить? О, отлично, нам и броньку принес.
так сложно, надо будет немножко подсосеться. Так, а как нам здесь попасть? Ну что, воду нырять нужно? Не, вот нельзя. Да? Нам нужна красная ключ-карта. Блин. А где ее здесь? Ребятам шмаляли. Ага, вот она и есть. Где может быть ключ-карта стоит? Конечно, в туалете, я знаю. Так, ванна чисто. Тут чисто. Так, ага, вот сюда надо, да? Да как он так не умирает-то, блин? Тихо-тихо. Зомби, клир! Зоны, клир! Так, синий ключ-карта нужна. Давайте, ребята, зачищаем. Это только для офицеров. Эй, алло. Нормально, у них там бассейн, все дела. У них же телек есть. С колоночками, все как полагается. Пушки стоят там. Так, где нам тебе нужно синюю ключ-карту найти? А, это с этой стороны. Так, подождите. А там же был ход еще в другую сторону. Может, я не то пошел? Или сюда нам не попасть? А, ну тут самое требует синий ключ-карту, понятно. Ага, вот здесь переменный блок. Значит, так сюда нам придется. Зараза какая. И виски, и граната все полагается. И тут виски, и тут постоянно пьют, согревается, понятно, холодно.
А вот все, синий ключ карты. И профессор беды замерз. Зомби, клир! Не хочу я пока пропрыгать, рисковать, но сейчас обратно подойдемся. Да, жалко беда профессора. Так там прям целая база, беда ощущается. Пришел он, да. Ну, еще. Здесь сломано конкретно. Вот угад, да? Чуть не завалил меня, но броню все вышел. Никак не открывается, все-таки туда. Давай засеемся. Так, так, так. Пистолет есть. С пистолетом ты точно делать нечего. Так, есть ход вниз. И здесь ход вниз. Давайте, ладно, пойдем налево. Так, видим какого-то еще одного профессора. А, вот оно, отключение дверей. Понятно, там уже люди. Enemy spotted. Прикольно. Забыли желтый ключ в столовке мне. На кухне. Так, обычно что здесь есть? Так, они походу траву выращивают. Коноплю там все дела, короче.
Кюрбек! Красный ключ карты нужна. Красный ключ карты взяли. Это сломали. Ну и чё? Полечимся. Да ё-моё, подымайся нормально. Так, а вот он профессор. Тут охранник ходит наверху, что ли? Короче, они там что-то трещат, переговариваются, да? Пока мы трещали, короче, а главный злодей походу летает. Типа стоять, падла. А он еще такой, типа, хрен могу словно. Типа, наверное, убить их всех, там все дела. Нифига, у меня там охрана нет. Follow me. Copy that. Affirmative. Target spotted! Target. Так, ну это босс. А чем он пригорит?
не играет какой-то. Нифига он потом застреляет, да. Я все понимаю, а где это самое? Где ракет, как его бить-то, бля? Да бери ты уже его. Ух ты, ё-моё. Походу передо мной бот, короче. Встал, я прям в него попал. Так, ладно. Делаем быстро все. Убежали, убежали. Как ты попадаешь-то? Где ты? Зараза заворачивается еще. Так, а у меня снаряда больше нету. Так, я аптечку последнюю оставил, да? Ну как ты видишь, как ты видишь тогда? Отлично. Где это падло, бля? Как вот хотя в нее не попал? Подожди, это без снаряда еще. Да как ты так живешь, чтобы? О, ее сбили. Фу, тяжко было. Но получилось все-таки. Теперь можно и бухнуть, все дела нормально. Да, прикольно вообще-то вышло.
Ну там еще трудно, не прицеливаешься, так наугад стреляешь, попадешь, блин, вообще тяжеловато. Ну, если все можно налить коктейльчик, бухнуть, победили плохих парней, все знаю. Все получилось довольно неплохо. Да, ребят, налейте пивка, то дринк. Всем, так сказать, бухнуть. Типа, давай, Дюк, за тебя все дела. Ну, я, типа, сейчас бухну. Это было прикольно. Что, Дюк? Ну, вот, походу, такой финальчик. Да, вот. Титры прошли. Титры прошли мои, походу. Вот. Можно, наверное, будет промотать как-то, да? Побыстрее, чтобы они прошли, блин. Ну, такая довольно прикольно. Пиксель стрелялась, как шутер, шутерон такой. В стиле Duke Nukem такой старого. Очень довольно душевно. Это даже можно было вообще на заставочку взять. Ну вот. Всем спасибо. Всем, кто смотрел. Всем пока-пока. До новых встреч. В новых игрушках. В новых сериях. Пока-пока. Не забываем подписываться на канал. Прожимать колокольчик. Всем пока.